Всем привет! Сегодня я сделаю маленький обзор на свою видеокарту GTX 1070 Aorus. Это не Extreme Edition, это именно GTX 1070 Aorus. Купил я ее на БУ рынке за цену $220, где-то так, плюс-минус $5. Естественно, приехал, сразу разобрал ее, почистил, заменил термопасту. Проверил, все ли целое уже в самом внутри, конечно, там мне не дали ее раскрыть. Ну, мне повезло, не беда. Пользуюсь я ее уже месяц, и мне есть что сказать. В бублике карта не поднимается выше 70 градусов. В самых тяжелых играх видеокарта не поднималась выше 67 градусов. Ну что, перейдем к тестам, по играм. Первая у нас онлайн, это World of Tanks. Ну естественно, все на максимум. Дождался я наконец-таки. Полная характеристика моего компьютера будет в описании. В этом геймплее видно, что карта не загружена хотя бы до 90%. Соответственно, запаса у нее еще ого-го. Ну именно хотя бы для этой игры. На данный момент мы сейчас в городе, и здесь видеокарта опустилась до 52%, даже 46%. Это, конечно, не очень хорошо, но в принципе на плавность геймплея и всего остального это ну никак не влияет. Вот действительно, вот играл, все плавно, ничего не тормозило, не глючило, никаких задержек не было, ничего не присутствовало. Поехали дальше. Паркур от мертвых. В этой игре аналогичная ситуация, как и в World of Tanks. Также сама видеокарта не раскрыта полностью на максимум. Но при этом никаких зависаний, провисаний или просадок в графике, либо в движениях нету и не присутствовало на протяжении полностью всего прохода игры. Игра, конечно, старенькая, не нагрузит настолько, как бы хотелось показать всю мощь, так сказать, этой видеокарты. Но при этом, когда я ее проходил, мне довольно-таки стало интересно и ну, весело здесь играть. Следующая игра, это у нас новинка, это Mortal Shell. Давайте зайдем в настройки. Настройки все выставлены на максимум, кроме размытия в движениях. Здесь, как вы видите, уже повеселее цифры. Здесь загружена видеокарта на 96%, 98% даже. Не местами на 99%. Ниже 90% она не понижалась. И плавность картинки и движений тоже не проседала и не пропадала. Минимум FPS был в районе где-то вот 50. Где-то так, в среднем где-то 55, 59, 60. Что ему сказать, я насладился прохождением этой игры и могу посоветовать вам тоже ее пройти. Она, конечно, сложноватая, но довольно-таки интересная при своей рисовке, графике и всем остальном. Физика тут тоже довольно-таки на высоком уровне. Следующая игра, это у нас Control. Здесь тоже все настройки на максимум, но при этом у меня стоит не полный экранный режим, а в окне без рамки, так как вертикальная синхронизация рубит все FPS. В обучении у нас 60 FPS стабильно, без просадок или чего-либо еще, и
видеокарта всего-навсего загружена на 46%. Это совсем ужас для этой игры. С такими просадками, я думаю, у меня что-то либо с компьютером, я не знаю, или что-либо еще. Здесь вообще просило до 30% загрузка видеокарты, и FPS так же само застряло на 30 FPS, и он не двигается ни выше, ни ниже. Потом, в дальнейшем, как выяснилось, игра еще добавок начала вылетать с какой-то ошибкой. Пришлось перезакачать, естественно, игру новую с другого сервера и установить уже полную версию. Там уже устранили все неполадки и все остальное. И оптимизация более-менее получше. Для моего старенького FX-а. Вот это идет именно уже полная версия. Здесь, как видно, загружена видеокарта уже намного лучше. На 97, на 99%, 93%. FX немного, конечно, не справляется. Но, в принципе, никаких подергиваний или лагов, или задержек я здесь ничего не увидел. 43-45 FPS, это минимальные какие были. Местами, конечно, были просадки до 30 с чем-то. Но это мгновение, его почти незаметно. Играть, в принципе, комфортно. Наслаждаться картинкой очень приятно. В этой игре я могу сказать, что GTX 1070 в связке с FX 8370 полностью справились. Конечно же, куда без GTA 5? Все настройки на максимум, кроме там некоторых, это под MSAA сглаживание, у меня не на 8, а на 4, так как оно дико просто начинает лагать и все остальное. FX реально тяжело. Ну и сразу поедем за город, в траву, в дебри и все остальное. Здесь также видеокарта не загружена на все 100%, на 99 хотя бы, или хотя бы 90. 85-75, не выше. Ну что, видеокарта меня полностью устраивает. Всем советую, потому что на данный момент на БУ рынке не начали появляться, так как повыходили все новые карты 3080, 3090, и цены на них на БУ упали, соответственно, можно скуповывать, но надо смотреть, надо за все, на все, везде, внутри даже надо посмотреть. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока.